Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Так, нам тут доступен новый герой. Ух ты, скорость и лук у него максимальный. Давайте возьмем. Это маг какой-то. Жизни вообще нету, но зато скорость и лук. Придется им управлять сильно. Так, давайте вот эту подмогу возьмем, чтобы героя защищать. Апгрейды, все. Ачивки меня просили показать. Вот те ачивки, которые я не знаю, которые у меня есть. Я пролистаю, я особо не следил. Кто знает, тот разберется. Ну, кто просил. В общем, вот, еще раз. Просьбу, я думаю, я выполнил. Ну, если что, там нажмешь на паузу и прочитаешь. Ну вот. А пока поехали драться. Следующий уровень. Драться следующий уровень. Сорцерер. Это новый маг, да, какой-то? Так. Это они, значит, отсюда будут идти. Видимо, отсюда будут идти и отсюда будут идти, да? Понятно. Значит, защищать мы будем их... Точнее... В общем, вот тут вот, наверное... Так, а как же лучше сделать, а? Так, ну давайте пока то, что очевидно. Это вот здесь вот очевидно лучники. Тогда вот тут вы будете держать, да? В принципе, вот тут можно поставить отряд. И вы будете держать это направление. Вот вопрос, чего делать... С вами. Ставить ли сюда лучников или... Нет, я все-таки склоняюсь к тому, чтобы сюда барак еще один поставить. Вот так вот. А лучников уже сюда. Мы их потом... Вот, кстати, вот здесь можно барак поставить. Он тут нормально будет смотреться. Куда-нибудь сюда их, чтобы они здесь держали, а здесь лучников. Ну, короче, как-то так. Ладно, поехали. Нифига себе у него фокус-покус. Давай, прокачивай уровень. Чё ты в ближний бой пошел? Отлично. О, их теперь два там. Блин, ты фокус-покус, отойди. И стреляй. Ты стрелок хороший. Вот, теперь два хороших стрелка. Так, давай-ка фокус-покус теперь сюда. Слушайте, неплохой герой, правда, расконтроливать им тяжеловато. Слушайте, у нас даже апгрейда нет, ничего себе, подмога, Армагеддон, ничего себе. Так, ты пока отойди сюда, давайте тут народ проапгрейдим. Так, ты давай, наверное, тогда, ты куда-то сюда иди, сейчас будешь стрелять. Со всех сторон пока не хочу вызывать. Так, уже бьют его. Во, вот правильно туда стреляй. Нормас. Так, пошли следующую волну. А, волки! Так, это сюда надо. И ты давай сюда дуй. Во, отлично. Волки, надо, короче, здесь будем. Так, я думаю, вот так вот нормально будет. Так, вот тут лучников еще можно поставить. Вот тут лучников. Ой, еще много где можно лучников на самом деле поставить. Слушайте, тяжелый уровень на самом деле-то. О, это колдун наш сколдовал. Прикольно.
А, даже не надо, сейчас тут так справимся. Так, ладно, пошли летуны. Хотя нет, тогда надо, наверное... Ой, там все эпично мы разложили по полочкам, если так можно сказать. Так, давай, не стой, не стой, давай я вам тут этих раскладываю. Давай, вперед. Все, сюда. О, уже целых три, только ты давай вот так вот поближе. Так, давайте следующую волну. Сюда лучников. Так, давай фокус-покус сюда. Ой, в ближнем бою уже иллюзиями своими можешь раздавать. Но ты все-таки в дальнем круче. Поэтому не надо лезть в ближний. Я говорю, не надо. Поэтому и не лезь. Во, вот против лучников вообще идеально. Так, иллюзии нехай там воюют, а ты тут постой. Подлечись, чувак. Так, давайте следующую волну. Волки, ну волков мы всяко сдержать. Так, тут инфорс. Отлично, волков где? Ну, волки тут не прорвутся. Никоим образом. Так, герой уже докачался до 5-го. Интересно, он еще больше иллюзий будет призывать? Так, сюда. О, красавчик, у него массовые. Слушайте, вот этот герой мне еще больше нравится. Так, надо этих, вот эти все постройки апгрейживать. Так, давайте следующий уровень. Так, герой, кто идет, куда идет, давай, тут. Во, красавчик. Так, все. Вот тут аванпост сделал. Пусть там складывают. Отличный аванпост. О, 6-й уровень, замечательно. Вообще никто не пройдет пока. Герой на страже порядка. Ай, убили его. Это эти кидатели топоров, я их не заметил. Вот ты же не задача. Апгрейд. Так, герой, не лезь на рожон, давай сюда. Так, дайте следующую волну, а ты займи свою тогда позицию. Стандартную. Ой, пошел тут наяривать своими копиями. Чьи иллюзиями, чем ты там наяриваешь. О, вот тут вот. Надо стоять ему напротив вот этого. Тогда он свалит. Ну, вы, короче, поняли. Во. Блин, что ж они так далеко закидывают-то свои? Апгрейд. Отлично. Тут никто не пройдет. Да держите вам этих. Вон там целый. А еще какая-то ачивка мне дали, ачивку какую-то. Так, новый враг. Dark Slayer. Какой-то темный рыцарь. Давайте две волны зарядим сразу. Хотя зря я это сделал, мне так кажется. Но фиг с ним. Так веселей. Так, варваров ставим. Варвары умеют кидать топоры. Отлично. Так, вот этого надо задержать, Даркслайера. О, варвары там стоят такие, не при делах чисто.
Сейчас еще вот этим поднимем. Вы рыцарями будете. Те варвары с рыцарями в тандеме воюют. Нормально. Так, тут уже на Армагеддон заряжать. А то как-то стрёмно. О, отлично, всех перевалили, никто не пройдет. Так, летуны, поехали. Сейчас только лучников побольше подниму. В ключевых местах надо было еще вот там, ну ладно. Ничего себе, какие летуны! Это что это они за такие скоростные летуны? К таким жизнь меня не готовила летунов. Они... Ага, ага. Но у них кончается бензин, и они потом не такие быстрые. Но тут герои валят им. По чайнику. Эй-эй-эй! Да ну блин, ну Давай! И еще разочек! И... Ну, блин, давай! Да ты... Идиот. Вот это дундук, слушайте. Давайте следующую волну. Но я не знал, что такие чуваки будут. Меня не предупредили. Так, ладно. Вот же шли туны. А ну, пойди повоюй тут с этими. Плохая идея. Понял. Стой здесь. Не, надо их отодвинуть туда, подальше. Чего они так сильно впереди стоят? Во, вот так вот. Кучнее. Сюда армагеддошку. Че, на апгрейд до сих пор денег не насобрали? Во, как хорошо лучников-то убивает наш герой. Так, поехали, следующая. Вон апгрейд насобирали. Да, по-моему, вот это кидание топорами. Ну, не суть. Тут на их до максимума проапгрейдить. Так, этот черный рыцарь, конечно, бронебойный, но ничего страшного. Так, и вот этот рубеж надо усилить. Новый враг, рокет-райдеры. Да уж. Чё у нас герой не воюет? А тут вот стой да расстреливай этого рыцаря. О, да-да-да, это я правильный апгрейд сделал. Они стали кидать. Так, давайте следующую. Блин, волки! Я не ожидал, что... Я не прочитал, точнее, что это волки. Я ожидал, но я не прочитал. Ну ладно. Волки, в принципе, гибнуть тут будут на ура. Да, нормально. Давайте следующую. Супер Йети. Так, я боюсь, что в качестве летунов будут райдеры. Так, давай ты вот с этим разбирайся, Йети. Давай, 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 давай. Так, и давай, наверное, с вот этим. Не-не-не, не надо, только чтобы он тебя бил. Есть. И с этим... Блин, а эти нельзя передвигать. Не бей меня. Есть. Разобрались. Так, у нас 1000. Давайте варваров прокачаем. Вот это я прокачал. Тут надо лучников качать. Я варваров прокачал. Блин, рокеты эти. Ну, нормально, нормально, нормально. Они вроде бы...
Так, отлично. А, так варвары и по ним кидают. Нифига себе. Не, все, теперь только варваров строю. Так, давай вот тут вот стой. Ничего себе, круто. Варвары, оказывается, и по этим кидают. Не, все, нафиг паладинов. Реально, нафиг паладинов. Блин, ну уйди оттуда. О, тут поставил. Давай сюда теперь к этому рыцарю. Фокус-покус. Там иллюзии дерутся, отлично. Тут таким героем одним можно выиграть эту партию. О, нормас. Давай он там расстреливаем. Еще им подмогу сюда. Еще и метеоритка их. Вот, 10 уровень у героя получился. О. Фигячим, фигячим. Так, что-то мне скучновато, но я не буду сейчас себе дополнительную волну призывать. Так, прокачали тут мечи нашим паладинам. Блин, так варвары вообще крутые. Так можно вообще только варварами воевать. Они и полетным кидают, и по... Не, ну только варварами не надо. Все-таки... В общем, надо будет попробовать. А вот магические башни мне вообще не нравятся. Вот те, которые магии. Так, не, герой, ты не погибни. Ага, Йети идет. Давай теперь на эту сторону. Давай копии уже свои создавай. Ну, копии. Во, копии создал. Так, теперь давай на эту сторону. Пока там копии твои расфигачивают. Тут я даже не сомневаюсь, тут ему по башке раздадут. Так, ну надо уже здесь воевать. Во, отлично, в двух попало. Так, уйди из-под удар. Так, задержать этого. Апгрейд. Апгрейд тут по полной программе. Нормально, он тут ничего не сможет сделать. Арчеры. А, так он даже вот их в корни берет. Но это как раз против боссов хорошо. Против боссов не то слово, хорошо. Так. Ну и следующая волна, поехали. Born to be wild. Born to... Вот это чувачечи, чумачечий чувак. Нифига себе, он может замораживать. Написано, кликай на них. Я не вижу его жизни. О, отлично. В ближнем бою. Клик, 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 клик. Тут эти маленькие идут, я даже не обращаю внимания. А, ну нормально, я думаю, убьем. О, вот этих надо размораживать.
Так, подожди, уйди. Ничего себе. Офигеть. А ну-ка ему за спину тпхайся. О, отлично. Так, где герой? Давай. Ага, ты уже здесь. Отлично. Офигеть, вот это Йети к нам идет. Нормально, нормально, половину уже сняли. Так, у вас тут полный апгрейд, у вас тоже. Должны выстоять. Пойзен. Чтобы его дымажило побольше. Вай-вай-вай-вай-вай, слушайте, я такого еще не видел. Так, ты, пожалуй, отойди в сторонку. Кого он там поел? Всех поел нафиг. Так, мне в первую очередь лучников разморозить. Есть, мы его убили. Виктори исхидает Йети. Отлично, я убил Йети. Все-таки неплохой у нас способ вот это вот, ну как бы совмещение лучников и этого, без магов. Маги мне вообще, я вот ими играл, они мне вообще не нравятся. Стоит там один чувак, что-то колдует. Может, если прокачать, ну я попробую магами поиграть. Да, я думаю, будет миссия, когда мы будем проходить там на Айрон, на Хероик. Будет, я думаю, миссии, где нужно будет пройти именно... Ну, там, магами, например, так что нормально. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.